Двоих вартовчан подозревают в мошенничестве. Молодых людей задержали в Казани. В полицию обратилась женщина Красноярска и рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник МВД. Он сообщил, что внук женщины стал виновником аварии. Чтобы молодой человек избежал наказания, нужно заплатить 170 тысяч рублей. Испугавшись, потерпевшая собрала все сбережения и перевела их злоумышленнику. Только после этого пенсионерка позвонила внуку. Оказалось, что с ним все в порядке. Полицейские возбудили уголовное дело и нашли аферистов. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, югорчане приехали в Казань на заработки. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».